Огонь Прометея или мистика в нашей жизни. Лариса Александровна Секлитова и Людмила Леонидовна Стрельникова. Глава 16. Начальные контакты. Мы говорим о величавой интонации Бога. Но таковой она была на первых контактах. И при некоторой серьезности отдельных моментов, когда говорилось о чем-то важном, стиль разговора у него был разный. То он говорил просто, как товарищ и отец родной, то голос его начинал звучать торжественно и возвышенно, то по-отечески дружелюбно, то он становился задумчиво философским, а то вдохновенно высоким, так что у нас перехватывало дыхание. При его прослушивании мы улавливали малейшие изменения в его интонации, и нам казалось, что настроение его бывает разным. Хотя понимали, что своими выводами подстраиваем его по-человечески ощущения. На самом деле он настолько многообразен и непостижим, что нам невозможно представить и миллионную часть его истинной личности.